Прекрасный берег, друзья, Средиземного моря. Чистейшая, я бы сказал, красивейшая вода. Посмотрите, какой роскошный оттенок. Но мы ведь не только с вами природными красотами любуемся под этот шум. Я уже показывал, и вот в который раз хотел бы обратить внимание на то, что встречаю регулярно среди скал, среди вот этих прибрежных скал. Здесь у нас массы керамики, вот они. И эти массы керамики вкраплены, вот они, четко массы керамики. И они у нас вкраплены в общий такой вот, ну, в общую массу, если повторить, да? Много разной битой, причем, обратите внимание, этой керамики. Дальше идут сплошные скалы, прекрасные совершенно. Везде скалы. Как получилось, известняк? У нас идет здесь вот такой вот. И как получилось, что керамика, я туда не могу залезть, потому что... Вот еще поближе покажу. Как получилось здесь керамика, откуда она здесь взялась? Не надо писать версии про то, что море ее закрепило. Море как раз ее активно размывает. Посмотрите, как играет море этими скалами. Посмотрите внимательно, что происходит, что творится. А мы... Поэтому никогда не заявляйте, что море именно укрепляет этот берег. Море его везде размывает. Как оно размыло уже очень многое вот в этой части. Откуда здесь керамика? Явная, четкая керамика. Это удивительно. Здесь где-то еще была керамика. Сейчас я подойду и найду ее. Так. Керамика, керамика. Ну вот керамика, очень четко. Вот, смотрите внимательно, хорошая обожженная керамика. Вот так вот, среди скал. Прекрасный скальный массив. Прекрасные скалы. Все везде. И вдруг ни с того ни с сего у нас нарисовалась здесь вот плинфа. Или вон она, керамика вкраплена. Что это были за массы? Как получилось, что вся эта масса окаменела? Совершенно непонятно. Удивительно. Да. Ну, качество... Здесь руины, здесь объективно. Античные руины, потом византийцами переделанные. Вот они идут, блоки. То есть у нас присутствуют признаки этого есть. Жду ваших комментариев и идей.